Друзья, всем привет! С вами я, Мария Петрякова, и коктейль путешествий. Сегодня у нас приключения по Убуду. Сегодня мы идем на тропу художников. Здесь очень красивый храм, живописные виды, и я вам все это покажу, потому что приглашаю вас, как обычно, с собой по нашей доброй традиции. Мы посмотрим, как все это будет в путь. Всем привет! С нами сегодня ребята, Игорь, Дима, привет! Дима, какие у тебя ожидания от тропы художников? Ты там первый раз? Да, первый раз. Но я думаю, то, что творческий потенциал здесь должен раскрыть. Вот и посмотрим, как это будет продвигать. Отлично. Возможно, что-нибудь сегодня попробую нарисовать. Круто. Да. Дима, кстати, астролог. В скором времени мы запишем интервью специально для вас, друзья. Да. Вот, друзья, мы на тропе художников. Когда-то сюда приходили художники с вдохновением, черпали, рисовали. Ну, действительно, здесь очень красиво. Смотрите на эти виды, пальмы. Красота и благодать. Если вы живете где-то в Убуде, то сюда можно приезжать с утра. Кто-то приезжает на велосипедах, катается. Кто-то бегает по утрам, а потом холодный бассейн в своем домике. Вот, друзья, ну, здесь очень круто. Поэтому, если вы на Бали, в Убуде, я думаю, это обязательно пункт вашей программы. Вход на тропу художников бесплатный. Вот сейчас тут осень, трава немножко желтая, листья опавшие, но в любом случае даже бюджетный путешественник может себе позволить путешествие на данную достопримечательность. Рядом есть Monkey Forest, музей Антонио Бланко, поэтому если вы в Убуде, вы можете скомбинировать свое путешествие именно таким образом. Monkey Forest, тропа художников и музей Антонио Бланко. Прикольно.